Привет, все мои хорошие. Продолжение следует. Вчера в 5 часов я легла, потому что я долго, очень поздно начала возиться с пасками. Я, наверное, полтора часа только замешивала тесто. Было очень трудно. Столько сил и энергии пришлось потратить. Сегодня я никакая. У меня все болит, и руки, и шея, и все болит у меня, но пасочки, тесто мое подходит очень трудно, не скрываю ни от вас этого. Мне пришлось дополнительное тепло придумать им, и я грелку нагрела и подложила под таз с тестом. И вот сейчас на балконе солнышко, я, значит, смотрите на мои пасочки. Кастрюльки нашла, то, что было. Вот так они выглядят. На дно я каждой вырезала кальку. Смазала маслом растительным. И вот сейчас они у меня подходят уже в формах. И как подойдут 2/3 объема, приблизительно так, я их поставлю в духовку. Тесто очень вкусное такое вышло. Пришло. Попробовала его на вкус. На пол порции вышло вот столько пасок. Если бы у меня было, конечно, побольше таких коробочек, у меня было бы намного больше, но нам это достаточно, и я все равно думаю, что я нашла выход. Вот такие яички у меня получились. Смотрите, какие они красивые. Не правда ли? Напишите в комментариях, понравились вам мои яйца. Кстати, хочу добавить вам, у меня ни одно яйцо не треснуло, не лопнуло. То есть нужно заранее приготовить луковый раствор, дать ему настояться. Обязательно вовнутрь положить 3 столовые ложки уксуса, столовую ложку соли. Бросите эти яйца в кипящую воду, в кипящий раствор. По одному опускайте. Пускай проварится минут 30. Потом я оставила в этом растворе до полного остывания раствора. И затем опустила все в холодную воду. Все яйца опустила в холодную воду, промыла. И вот сверху для такого блеска, они немножко блестят, я обмазала их растительным маслом. Ну, красивые, вкусные, надеюсь. Мой муж говорит, а сегодня на ковалты будем кушать? Я сказала, нет, это нельзя. До Пасхи они трогать, не кушать, только смотреть на них можно. Сейчас скоро я займусь пасками. Буду их выпекать. Сегодня на ужин я решила себе приготовить кабачки. Смотрю, они в холодильнике уже неделя больше, портиться начали. И так вот я, ну, это одно из блюд правильного питания, потому что здесь нету совсем жира. Я что сделала? Вообще я всегда люблю импровизировать и всегда буду рассказывать вам о моих импровизациях в кулинарии. Так вот, я порезала кабачки, посолила. Чуть-чуть, очень мало соли для того, чтобы вышла жидкость. И я, значит, поперчила черный перец, красный, и все, больше ничего. И потом я, значит, все это волокла в кукурузной муке. Такая называется мусыр. Сейчас это все я буду запекать в духовке. И как я планирую это покушать? Скорее всего, я залью это все йогуртом, чесноком. Но, кстати, что хотела вам сказать. Йогурт у меня, когда я раньше жила в Грузии, тоже ассоциировался с чем-то сладким. Нет, в Турции это совсем другой йогурт. То есть, вот, продают его. Это не сладкий йогурт. Как мацони, вот, как... Я не знаю, в России сейчас что
что использует. Простокваша, наверное, скорее всего. Ну, похоже. Так вот она такая вот густая. Густой такой йогурт. Очки готовы. Они как чипсы. Диетические. Вкусные. Я сейчас их заправлю йогуртом с чесноком. И буду ужинать. Вот мои пасочки. Вот мои красавицы. Вот мои голубушки. Видите, они как подошли у меня. Я на 2/3 они подошли. Вот сейчас можно уже их ставить в духовку. Вот такие вот у меня такие красивые. Намучилась я с ними. Но первый раз я пеку просто. Первый раз вот в этой духовке. Я не знаю, как она будет печь, как испечет. Все нужно при... на опыте своем всегда человек учится. Ну, в следующем году я уже буду знать, как что делать. Так что вот готовый результат. Когда они спекутся, я обязательно вам продемонстрирую. Идите, а сейчас я должна кормить своего мужа. Что ему приготовила, это попозже. Сегодня на ужин я вот ему... Мне, в принципе, эти 2 дня некогда заниматься обедами такими, то, что я быстро все делаю. Ужин сегодня у моего мужа суп. По-русски суп. Накрошила туда картошку, зажарка, лук, морковка, и вот все это такое на сливочном масле. Вы спросите, почему без зелени? Потому что он не любит зелень. Они только любят ее свежую есть. В обеды не воспринимают никак. Ну вот я макароны, пустые макароны, да, отварить, масле обжарить, томат, перец поперчить и все. Больше он никак не кушает. Я поначалу с луком зажарку делала, с грибами добавляла, крем добавляла. И он это не ел. Я удивлялась, почему он не ест. Вот чуть-чуть поест, как я не хочу. Ну, я его удивляла своими рецептами. Но в итоге я поняла, что не стоит экспериментировать, потому что он так жил, он так... привык есть, питаться, и я его уже не исправлю, хотя иногда так я злюсь, вы себе не представляете. Когда готовлю, стараюсь, а он это не ест. И вот мои кабачки, я их залила йогурт, я не знаю, попробует он это или нет, ну, навряд ли, мне так кажется, что он это не дотронется, потому что он кабачки только любит, жареные, томат, ну, не знаю, и салат, естественно. Ну что, пошла ему его кормить, мои паски уже пекутся. И надеюсь, что они у меня хорошо пропекутся. Приятного аппетита вам. Друзья мои, наконец-то мои пасочки спеклись. Я их вытащила, они горяченькие. Посмотрите, как они выглядят. Такие красивые все получились. Я их сверху смазала яичком, поэтому они такие красивые на вид. Я их достала сейчас, сверху я водичкой их намочила чуть-чуть, чтобы они были мягкие. Я их вытащила из кастрюльки. Вот так они выглядят. Видите, как они пропеклись. Я предоставляю вашему обозрению, обзору, пошаговые действия. Надеюсь, вам понравится мое видео. Сверху я посыпала сахарной пудрой, и они у меня как под снегом. И так все закончилось. Я готова к наступлению Пасхи. Так выглядит моя пасочка. Мне кажется, ее скоро попробую. Муж ждет нетерпения. А это мой уголок, моя маленькая церковь в нашем доме. Каждый день я молюсь. Вот так вот выглядят. Наконец-то пришел час моего отдыха. Я закончила все свои дела и привела все в порядок. Потому что завтра начинается очень большой праздник, ничего дома делать нельзя. Поэтому
будем отдыхать вместе с вами. Завтра я, наверное, пойду к заловке моей, поздравим ее пасочками и яички подарю ей, ее сыну. И эти дни я буду отдыхать и радовать вас своими новыми видео. Еще раз я хочу поздравить вас с наступающей Пасхой. Будьте счастливы. Всем желаю крепкого здоровья, успехов в труде, успехов в жизни. Всегда идите к своей цели. Не отчаивайтесь ни перед какими неприятностями, трудностями. Только вперед и вперед, с Божьей помощью. Пусть Бог всех хранит вас. Поздравляю всех верующих и неверующих. До свидания.